19 октября в поселке Дунай прошел праздничный концерт, приуроченный к 85-летию Приморского края. Его участники порадовали зрителей современными и классическими музыкальными композициями, танцами и стихами. Подробности смотрите далее в сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». Приморский край – чудесный и живописный уголок нашей страны. Здесь собрано все многообразие не только природы, но и культуры. И в канун его юбилея дунайцы, любящие свой край, собрались в концертном зале Дома культуры «Восход», чтобы поздравить Приморье с 85-летием. Согласно легенде этой, Господь во время сотворения мира позабыл про край наш Приморский и вспомнил о нем только на 7-й день. Тогда он собрал все имеющие остатки и бросил их на Уссурийский край. Так раньше называлось Приморье. И поэтому здесь смешано все – флора и фауна северных и тропических стран и все виды богатств земли. Открывал концерт коллектив «Калина Красная» песней «Дальневосточная». Она лилась от всего сердца, наполняя чувством гордости за свой край. Зал был наполнен радостью и праздничным настроением. И взрослые, и дети дарили свои творческие номера, прославляли родное Приморье, воспевали его красоту. Также поздравил жителей с 85-летием Приморского края Илья Амельченко, начальник территориального отдела администрации Дунай. От главы нашего городского округа Александра Баранова он вручил жителям поселка благодарности за активную гражданскую позицию, участие в общественной жизни, значительный вклад в поддержку специальной военной операции. Позвольте от себя лично, от имени главы городского округа Баранова Александра Сергеевича, поздравить вас с 85-й годовщиной со дня образования Приморского края. Хочется также сказать огромное спасибо всем активным жителям, которые принимают активное участие в общественной жизни поселка. Особо отличившихся сегодня позвольте отметить благодарностью главы городского округа. Каждый номер был пропитан талантом и душевностью, оставляя незабываемый след в сердцах каждого зрителя. Этот вечер наполнен был приятными мелодиями и незабываемой атмосферой. Девушки из хореографического коллектива «Фиеста» танцевали душой, наполняя зал положительными эмоциями. Жители поселка Дунай не упустили возможность поздравить родное Приморье с днем рождения. Граждане всех возрастов хотели выразить свою любовь к краю и пожелать только самого доброго. Я желаю Приморскому краю, чтобы он всегда процветал, всегда был хороший и всегда принимал новых гостей. Я хочу, чтобы он всегда был хорошим, добрым. И самым лучшим на свете. Я желаю Приморскому краю становиться еще ярче, красивее и всегда оставаться таким. Желаю мира, добра, тепла, света, хорошей погоды. К юбилею Приморского края пожелаю всем жителям Приморья успехов в труде, крепкого здоровья, радости и никогда и всегда улыбаться. Улыбка придает долголетие. Поздравляю вас с праздником, с 85-летием. Желаю вам всего хорошего, счастья, здоровья, ну и всего-всего, всех земных благ. Выражаем глубокую признательность всем творческим коллективам поселка Дунай, которые вложили в концерт всю свою душу и энергию, создав великолепное поздравление для всех приморцев. Поздравляем Приморский край с его 85-летием и желаем ему процветания, благополучия и новых ярких достижений.